Россия не будет присоединяться к международной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Об этом на пресс-конференции заявил постпред нашей страны в ООН Виталий Чуркин. В нынешнем месяце Россия председательствует в Совете Безопасности Всемирной Организации. Возглавлять ключевую структуру предстоит в самый насыщенный период года. В сентябре пройдет юбилейная 70-я сессия Генеральной Ассамблеи, а также созданная по предложению Москвы дебаты с участием министров иностранных дел стран-членов ООН. Главной темой встречи станет ситуация на Ближнем Востоке. По итогам Совбез планирует предложить ряд мер по борьбе с исламским государством, одной из которых может стать создание единого фронта по борьбе с ИГИЛ. Именно этот вариант предлагает Всемирная организация Москва. Мы не будем вступать в коалицию, которая действует без разрешения Совета Безопасности. Они бомбят территорию Сирии без согласия сирийских властей и не имея разрешения Совбеза ООН. В Ираке хотя бы было некое соглашение. В Сирии же коалиция даже не может определиться с собственными приоритетами. Россия совершенно четко полагает, что это борьба с ИГИЛ, но коалиция не может выбрать, то ли им бороться с ИГИЛ, то ли с сирийским правительством.